Jack. Это Олег Брейди, а.к.а. Трейси МакГрейди. Приехал сюда на мопеде. Вот лежит маленький медведик. Я надеюсь, что он будет вам заметен. Эй, что такое ЛСП, а? Любовь, семья, потомство. Ты думал, все так сложно, но все так просто. Еще раз, любовь, семья, потомство. Для чего мы все приходим в этот мир? Для того, чтобы быть хорошими людьми. Для того, чтобы вокруг всем вновь и вновь дарить улыбки, радость, счастье и любовь. Это все, конечно, в принципе, но одному бывает так скучно, ребята. И поэтому нужно рожать маленьких касаток и касатиков. И потом, чтобы было у сестер много братиков, у братиков много сестер, чтобы у тебя было много забот, ты был весел и каждому маленькому ребенку говно с попы подтер. Да, друзья, это называется семья. Кстати, это называется еще и потомство. Я родился еще до наступления 90-х. А в 90-х было непросто, но родиться было довольно просто. Тычинка, пестик, всекаешь, бро. И вот теперь мы звезды, хоть и были эмбрионами, хоть и были новорожденными, хоть и ходили в школу, обсирались, обсыкались. А сейчас мы тут фристайлим. Отлично, я надеюсь. Я надеюсь, я вам нравлюсь. Ведь себе не нравлюсь, как любой гений. То ненавижу, то люблю, как у певицы Славы. Сосите совет Минздрава. Это тизер к новому выпуску. К следующему выпуску. Это выпуск штанов. О, да, я чувствую, как мы возвращаемся в 90-е, да. Я помню людей, в чьи паруса ветер дул. Помню, как с пацанами мы покупали траву. Точнее, не траву, а крапиву. Но казалось, что трава. И мы такие бегали по двору. И такие, о, да. Да, крыло не слабо. Мы курили сигареты, было пухно советы Минздрава. Сейчас все как-то по-другому стало. Соли, спайсы, альфа, бета, гамма. Такая драма, мама. Не рожай ребенка, если хочешь, чтобы с ним такое стало. Child free. Смотри. А где там тема, кстати? А, мох. Это медовый месяц. Медовый месяц, пацаны под метадоном сходят с ума и хотят повеситься. Это медовый месяц. Вокруг все змеи хотят, чтоб ты умер. Хотят твое сияние затмить. Они не хотят оставаться людьми. Ни хорошими, ни плохими. Они не хотят быть людьми, хотят быть змеями. Они в себе не очень уверены, а вот я очень. Поэтому сегодня ночью фристайл просто подряд 20 тысяч часов. Как будто Эминем хотел выпрыгнуть из трусов, чтобы поразить аудиторию новую. Чтобы они послушали и подумали, как здорово этот парень на ходу фристайлит, рифмы сочиняет. На самом деле все это знаете. Им больше нравится Versus, где ты типа сел, подготовился и какого-то перца сосил на 30 минут. О, маму, сестру и жену. Но я так не буду делать здесь. Тут. О да, о да. Боря говорит, что я как Рэй Чарльз. Но мысли, к сожалению, у меня кончались. В отличие от нот в руках этого виртуоза. Он играл реально серьезно, этот Рэй Чарльз. А я бы тоже по заветам Николая Трубача сидел бы на причале и научился играть на гитаре. Но мне не разрешает мой парень. Его зовут Миша. Он здесь, видишь? Я надеюсь, что его всем видно. Он большой, красивый, толстый и пушистый. Гораздо лучше, чем твой Чикса. И если нам хочется немного с ним отдохнуть, то мы приходим с ним в песочницу, лежим и лепим куличики. Это веселее, чем с любой тёлкой с красивым личиком или даже с не очень красивым личиком. Хотя если закрыть его подушки, то с тёлкой веселее. Мне говорили, что я злой, но я видел людей злее. И на самом деле, если так быть честным перед вами, я не Рэй Чарльз. Но только не говорите моей маме, она все еще верит, что я живой классик. И
могу играть и сочинять фристайлы, не пья пивасик. Но пивасика я немного выпил, как в старом добром 1990-99-м. Мне говорили, что тогда музыка была как надо, не то что сейчас. Да, я бы уехал кирпича всем людям, которые говорили мне это. Но я слишком добрый, поэтому просто шлю им приветы. Лучи солнца, лучи позитива, и готовим котлеты и омлеты. Я хотел бы работать в фастфуде, готовить еду людям, которые куда-то спешат. Но мне говорят, я опоздал, пизда. Где рюкзак? Где рюкзак? Где же мой рюкзак? Где мои котлеты? Где мое бабло? Где мой парень? А, вот он, Лёв, ему тяжело. Йоу, Мишаня, ты что, под грибами? Почему ты так выглядишь? А, хорошо, не мешаю. Отдыхай, брат.